Здравствуйте, вы смотрите новостной выпуск «День за днем» в студии Виталий Волков. Сегодня в программе. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Планируем в пятницу развернуть ковидный госпиталь на базе родильного отделения. Городской фонтан подготавливают к зимней спячке. Залазят, крутят форсунки эти. И получается, приходилось, считаем, ну, в неделю раза два поправлять все это. А так проблем не было. 6 октября в здании администрации прошло очередное плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава Десногорска Андрей Шубин и представители городских служб обсудили эпидемиологическую ситуацию в городе и дальнейшие превентивные меры. На сегодняшний день в медсанчасти на госпитализацию находится 35 человек. Пневмония из них 7 с подтвержденным ковидом. Амбулаторно наблюдается 41 человек с положительным ковидом и 11 человек с пневмонией легкой степени тяжести. По данным ФМБА России, в Десногорске нарастающим итогом зафиксировано 384 случая заражения коронавирусом. Ситуация с распространением болезни осложняется традиционным сезоном гриппа, который значительно сказывается на иммунитете человека. Часто проходят мероприятия по расширению коечного фонда, подбору персонала, оформлению всех документов и планируем в пятницу развернуть ковидный госпиталь на базе родильного отделения. Родильный дом полностью уступит место ковидному госпиталю, в котором, как и прежде, будет 50 коек. Роженец направят в Рославль или в Смоленск, договоренности о чем уже достигнуты. При этом диспансеризация населения и профосмотры в МСЧ-135 будут продолжены. Проведение же тестов на коронавирус методом ПЦР обещают начать в ближайшее время. Где-то 15 числа начинаем обкатку оборудования и тестовые работы. То есть практически будет обучение на рабочем месте. Значит, по плану мы планируем 22 числа начать понемножку работать. Мерой профилактики распространения коронавируса станет отказ от массовых мероприятий. 7 октября до особого распоряжения закрываются городские досуговые и спортивные объекты. Также в ближайшие дни начнется и отопительный сезон в жилом секторе Десногорска. На данный момент тепло подается в городские организации, а также школы и детские сады. Городской фонтан подготавливают к зимнему сезону. Работы по его консервации сводятся не только лишь к отключению воды. Необходимо проверить все коммуникации и защитить их от предстоящих низких температур и неблагоприятных погодных условий. После этого его чашу накроют специальным куполом. Планируется еще, когда купол построим, сделаем, вернее, как-нибудь его оформить красиво, какой-нибудь рисунок, что-нибудь. Вот сейчас работаем над этим вопросом. В этом году фонтан работал с апреля. Особых происшествий или аварий за это время не произошло, за исключением повышенного интереса со стороны юных горожан. Залазят, крутят форсунки эти, и получается, приходилось, считаю, ну, в неделю раза два поправлять все это. А так проблем не было. Кроме того, за время работы этого года в его чаше успело накопиться более 50 ведер ила и бытового мусора. Но это, по словам коммунальщиков, норма для такого объекта. В конце выпуска о погоде. 8 октября в Десногорске малооблачно возможен кратковременный дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 11. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!